Алтайский волшебник Игорь Якуба. Человек-радуга, символ радости и счастья. Все свое свободное время он старался дарить позитивные эмоции всем, кому они остро требовались. Больше 10 лет серебряный волонтер устраивал благотворительные концерты для юных пациентов онкогематологии и других больничных отделений, воспитанников детских домов и инвалидов. Улыбаясь, полетим мы по планете, как умеют только клоуны. Но так случилось, что добрый больничный клоун сам заболел. Месяц назад у Игоря Якубы случился инсульт, и с тех пор он прикован к кровати. Для восстановления физического состояния нужна реабилитация. Инсульт действительно был очень серьезный, то есть он практически у него не двигаются ни руки, ни ноги, поэтому реабилитация тоже очень такая потребуется длительная и серьезная. Это от приобретения оборудования самого разного, лекарственных препаратов, до услуги массажиста, там иглоукалывания и так далее. Любая помощь нужна. Коллеги-волонтеры Игоря Якубы, узнав о случившейся беде, организовали сбор средств. Финансово осилить реабилитацию семье пенсионеров, в которой воспитывается двое несовершеннолетних, один инвалид, будет сложно. Алтайское отделение Российского детского фонда призывает всех неравнодушных оказать посильную помощь. Барнаульский волшебник в ней очень нуждается. Елена Макаренко, «День с толком».